Снимай, хвастайся своим уловом. Что это у тебя там? Загляни. Ельцы. И сколько ты наловила их штук? Угу, больше 20, наверное. Это только я больше 20. Что, и ты же поймал? Красные плавники у него тут. Кто с красными плавниками? Где красные плавники? Сазан с усами. Видишь, у него красные плавники. Почему? У него же желтые были у всех. А это другое может быть? Достань еще одну. Ну оставь этого здесь пока. Вот смотри, вот у него нижний вот плавник красный. Он что-то там пищит. Сейчас мы его отпустим. Сиг, у Сига тупая морда. Хариус. Что вкусно на улице? У Хариуса нет он того ближнего плавника какого-то. Кто это? Нет, это не сик точно. Плотва сорога, вот смотри. Вот этот на сорогу похож. Желтые у него глаза. Серебряный карась. Уже глаза желтые. А вот сибирский елец на ельца похож. Это елец, да. Только у него красные плавнички. Это на ельца похож. Пойдем их, что с ним делать-то будем? Кострим. У нас больше дыма, чем огня. Даже фокус не ловит. Потому что паутов немерено было, мы от них избавились. Да. И налетело комаров куча. А что с рыбой? Сейчас будем солить. Вот мы хотели с Анюткой поставить камеру, интервальная съемка, ну там на палатку, мало ли медведь придет. Ну, чтобы заснял, а потом думаем, а зачем нам потом это надо будет, да? Ты думаешь, нафиг? Ну что так, что эдак, ну как, короче, нам это невыгодно получается, да? И будем спать, наверное, сегодня в одежде, да, полностью. В ботинках желательно, чтобы если что, бежать. Не, потому что сегодня что-то прохладное. Не, нормально. Наш улов. Маленькие ельчики, но мы не стали их выкидывать, потому что мы сейчас зажарим. И съедим. Все, что не съедим, посолим на завтра. Будем коптить. Вторая попытка. У нас первую. Перевернули. Мы слегка перевернули ее. О, а что, может, это не так и держите? Я не знаю. Но она упадет. Там ручка деревянная. Она сейчас ручка перевернется вниз. И сгорит. Нет, мы сейчас еще не дистрируем. А зачем ее так? А как? Пускай жарится. А-а-а. Вот тебе и все. А что? Очень милые ручки. Нормально? Самая вкусная рыба. Ельчик. Маленький. Ну, что теперь? Маленький. Да удаленький. Вот такая вот у нас система. Сейчас дымовуха попрет. Угу.
Не знаю. Ты, короче, по-моему, очкуешь больше, чем я. Нет, там грязным вечером. Слушаем Санютка радио. Пьем квас. Едим ельчиков маленьких. Они такое чувство, как по вкусу. Ну, очень вкусное мясо. Очень вкусное мясо. Оно прям такое молочное, такое мясо. Не косточек лишних. Нежное, но и костей сильно не чувствуется. Уже темно так стало. Мы уже оделись полностью. Одели шапки. Шапки на голову. Нютка чай готовит. Здесь на стол. И реально очень холодно. Ну, не то, чтобы прям вообще катастрофично холодно, но прохладненько. Не, ну если мы одели шапки на голову. Ну, это я, потому что принесла мы звезды. Просто я принесла шапку, если бы я их не стала, бы шапка нормально сидела. Сейчас попьем чай и ляжем спать. Ну, я точно в трусах спать не буду, как в култушной. Тем более от медведя будет вообще убегать, когда ты в шапке. Все. Все, всем спать. Ага, спать. Только начинается самое интересное. Ты банки-то будешь вешать вокруг палатки? Я не буду, все. Почему? Так будет. Давай возьмем рыбу туда. Куда, в палатку? Да нет, в костру. Холодно и голодно. Че, еще одну взяла? Нет. Хочу. Давай уже чай попьем, ляжем спать. Возьми еще одну. Съешь, если хочешь. Очень вкусно. Не, тебе говорю, что очень вкусно. Не просто так же. Ну ладно, что ты говоришь. Чай попьем. Угу. Спать. И спать. Ваш чай? Давай. Ставь сюда на камушки-то. Какие камушки-то свалятся? Сюда? Сахар принести? Не, не надо. Молоко? Нет. Ну, давай, чай. Давай. Смотри, не обожи, не обожись там. Обожусь. Погреться хоть. Согрейся немножко. С можжевеловыми веточками у тебя? Нету никаких можжевеловых веточек. Ничего, не взяли с собой заварить. Просто так. Нам завтра хоть шиповника нравится, если есть. Конечно, есть тут все в шиповнике. Все ноги исколол. Зато комаров нету, да? Еще. Ты что свой фонарь-то отключила? Да экономлю. Все, давай, хоть надо нажать, давай. Спать. Есть спать. Есть? Ну давай.
Твои ноги, эти сапоги не сплавились еще. Да, газ. А что, зачем? Отбиваться будет. Кого зажечь его, что ли, или что? Да почему? Возьми его себе. Что это будет? Сапоги я так поставила. Вы застегивайся. Как застегивайся? Кладку. Ноги затаскивай сюда, тапки убирай. Холодно. Ничего не холодно. А? Ничего не холодно. А что ты в шапке-то? А? Ты замерзла. Так надежней. Ну все, засыпай давай спокойной ночи. Ну все, 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 все. Успокаивайся. Анютка скоро проснется, я ей водичку подогреваю, чтобы она тепленькой водичкой умылась. Греем чаек. У меня сегодня второй завтрак уже. Медведь-то что, приходил в гости-то или нет? Нет, они нет. Следы смотрел вокруг? А что, надо было? Надо было проверить, конечно. Надо посмотрю, сейчас побегаю. Вишница на костре называется блюдо. По-байкальски. Так, хорошо. Угу. Ты сколько их жарить? Два. Ну ладно, ты сделаешь, как я думала. Ну скажешь, давай садиться. Собираем шмутки. Очередная загрузка. Уже сдули лодку. На лодке здесь так просто покататься можно. Кипятим чай. Пьем чай. И уматываем. Куда глаза глядят? В общем, короче, здесь невыносимо. Нас сожрали вообще эти гады. От паутов это жесть. Это просто жесть. Их просто немерено. Даже на пляже невозможно. Я окошко только открываешь, их тут они повылетали. Ну вон. Что-то вообще жестко. Ну, спасибо этому месту. А вот был чем-то завязан мангал? Нет. Спасибо этому месту. Может быть, мы когда-нибудь еще раз сюда приедем.